и представление информации других вариантов. А что же будет, например, если мы отказываемся от альтернативной котельной? В какой последовательности будем мы реализовывать конституционную задачу? Вот я его и задаю. Но так легко. А что ж мне там повторяться, если там все подробно изложили? Это что за подход? Это что за оценка такая, эти деятельности? Мы пришли на комитет законодательного собрания. Вы четко должны выработать программу, рассмотреть поэтапную реализацию, возможные варианты, с которыми мы можем столкнуться. Понятно, что мы должны сегодня реформировать систему полностью. Мы реформируем уже достаточно длительный период времени, но мы принципиально столкнемся с проблемами через 5-7 лет. В любом случае, если это будет расти, если при этих условиях в разы для жителей, это одна тема. Если город готов там вкладывать ресурсы какие-то, и мы обязаны вложить, это вторая тема. Если областной бюджет, то это третья тема. Если привлечение заемных финансовых средств, или, например, то под условия какие, и в чем это будет выражено? Вот это раскладка, вот это готовность, вот это взаимно называется работа. А сегодня я считаю, что опять мы вернулись к рабочей совещании. Ну, мне так кажется. Извините. Так вопрос все-таки... Вопрос, они не ответят мне сейчас. Если не готовы, пускай откладывают. Да, ну, это министерство прежде всего. И надо, чтобы Черепан здесь был. Значит, пока нет никого, да, смысл? Черепан в Москве находится заместитель... Черепан, не Черепана, нет.